Продолжается прием заявок для участия в открытом 21-м фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Серебряный олень». Его учредителем выступает Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа. Для участия в творческом конкурсе необходимо заявиться не позднее 10 дней до начала номинации. Они будут проходить на разных площадках округа. 13 февраля номинация «Эстрадный вокал» пройдет в культурно-спортивном комплексе «Назариевский».